Приветствуем всех зрителей и подписчиков. Кто не подписан, просим подписаться на наш канал и поставить лайк, а также, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей, нажмите на колокольчик. Спасибо. Телеведущий знаменитой российской программы «Поле чудес» на Первом канале Леонид Икубович сознался, что до сих пор ощущает свою виновность за летальные ДТП с его участием, которое случилось 20 лет тому назад. Невзирая на то, что в автокатастрофе шоумен не был виновен, он полагает, что 1% ответственности за смерть другого человека все же лежит на нем. Даже при условии, что я вовсе ни в чем не виновен, 1% мой. Раз это случилось, значит я где-то не покосил глаза, потому 1% мой. Чтобы не произошло это неизменно за рулем, наверняка сознается знаменитый телеведущий Леонид Икубович. Спасибо, что смотрели видео до конца. Благодарны за то, что пишите комментарии под видео. Это помогает нам в продвижении канала. Пишите комментарии под каждым видео, а мы выберем 20 пользователей, которые напишут больше комментариев под нашими видео и отправим каждому по 50 долларов. Нужно обязательно быть подписчиком нашего канала и поставить лайк на последние 5 видео. Берегите себя и своих близких. Будем благодарны за лайк и подписку на канал.